Альмочка к подружке пришла. Так, давай, тебе выйду. Ты воду разлила опять. Эх, хулиганка, хулиганка. Ребят, перед Витей она не видит и садится водой, как бы попой садится на воду. Все разливает все время, бедная девочка. Альмочка поддерживает. Да, Альмочка сама спинальник. И вот у нас поддержка со стороны Альмы, нашей Викуси. У нас, друзья, целый лазарет. Значит, я гриппозник, Альмочка у нас спинальник, Викуля у нас черепно-мозговой. У нас тут больничка маленькая. Целый лазарет, да. Ну а что делать? Будем лечиться все, будем лечиться. Да, Альмочка? Будем лечиться. Хулиганка. Будем лечиться. Сейчас подожди, памперсы на тебя тоже оденем, будешь так бегать. А то ты не видишь, куда тебе садиться и что делать. Ну я не понимаю, Аночка, вот по запаху она даже не может определить. У нее, походу, и обаяния нету, и плохо видит. Все-таки это, нам нужно, как врач сказал, чуть-чуть переждать эту травму, да, что будет. Видишь, вот как крутится опять. Да, надо подождать, я так думаю, пока лечение идет и должно все восстановиться. Да, укольчики делаем и посмотрим, что да как будет. Да, укольчики, то получать, укольчики. Ну, вчера врач тоже пощупал, говорит, пока как бы все идет хорошо, как бы пока трогать не будем, будем пока колоть и наблюдать. А там дальше, если будет ухудшаться, тогда уже прооперируем. Пока сказал врач не трогать. Говорят, что все это должно как бы вернуться, и координации, и как бы зрение. Но офтальмолог тоже иначе как сказал, что на свет на все реагирует. Ну, видимо, но, плохо видит. Да, ну не знаю, вот видите, она кругами ходит. Вот мы ей еду даем, она не видит. Давай кушать. Давай, Викуся. Вот, Вика. Не находит. Вика, вот. Вот. Все, Вика. Не видит ничего, рассыпает. Сейчас воды налью, Вика, ты это не видит чашку свою. Сейчас водички налью тебе. Иди, Вика, вот чашка, вот. Вот. Наконец-то. Увидела, наконец-то. Вика, подожди. Держи, Альмочка. Вот так Альмочке в постель заворачиваю лекарства. И она с удовольствием кушает. Представляете, чтобы ей дать лекарство без пощита, ни в коем случае. Она выплевывает, представляете? Вариант, вот специальный покупаем корм, именно вот который... Паштет, вернее, гастро, он хорошо, значит, скручивается. Все остальные пощиты так не скручиваются. А вот это именно гастро... Хорошо, шарик хорошо, если мы из него делаем. Он хорошо катается, одним словом. Туда лекарство скатываем.
Да, он пластичный. А то ты никак лекарства не хочешь, да, плюешься. А ты как продавец семечек. Грызешь, да, плюешься. Эх ты, хулиганка моя, папина девочка, моя красавица. Вот так Альмочка тоже у нас бедненькая прыгает, так на своих двух лапках прыгает, прыгает и поддерживает Викусю, поддерживает, да, Альмочка. Альмочка у нас звезда, ребят. Побывал на Первом канале, кто не знает. Мы с ней побывали на передаче, видели видео. И она задрала носик, и теперь Важное, на всех да. хвостиков смотрит Важное. свысока и командует, и распределяет, кому сколько покушать надо Да. дать. Но она молодец, Сеночка, в том плане, что она редко кого принимает, значит, в дом. Она все время очень возмущается. А когда она возмущается, ребят, вот ее носик сказал. Мы стараемся ее не волновать, потому что она у нас тоже сердечник. У нее проблемы со здоровьем. И мы стараемся ее не волновать. Кого она не принимает, мы как бы, ну, не берем в дом, потому что Альмочка, чтобы не волновалась. Но вот Викуля, она, видите, приняла, она ее особо как бы не облаивает. Она понимает, что Викуле тоже нужна серьезная помощь, да. Вот мы каждый день Викулю отвозим в клинику, делаем уколы. Ну, каждодневно такие у нас хорошие траты. Да, пеленочки все время нужно бывает покупать, да. Вот такие дела. Мы специально хороший корм покупаем, паштеты дорогие покупаем. Ой, ты моя красавица, да, красавица, хорошая девочка. А сейчас мы пойдем с сыночкой и тоже на улице будем уборочкой заниматься. Пойдем быстрее, веселей. Сыночки оба слегка болеем, так что, Сыночка, вместе быстренько будем убирать, да? Да. Покормим всех. А ты, Армочка, здесь пока береги Викулю. Мы все дела сделаем, опять Викулю отвезем, чтобы опять врач пощупал голову, осмотрел, укольчики сделал. Такие каждодневные, ребят, процедуры, каждодневный труд. Ну а что делать? Ребеночку нужна наша с вами помощь, друзья. Так что вот так нам по дороге домой нужно будет пеленочек еще взять. Да, пеленочки нужны обязательно. Буранчика надо сегодня, ребят, обработать. У него закончились тоже его эти, бронолин, все дела. Это все мы по пути, на обратном пути из клиники захватим и приедем с клиники, Буранчику тоже перевязочку сделаем. Хорошо, Альмочка, а ты все контролируй, да? Так что так, ребят, дел по горлу. А вам спасибо, друзья, за поддержку, что вы всегда с нами. Все, мы будем делать свои домашние дела, их очень много. Вам всем хороших просмотров и держите за нас кулачки. Пока-пока, друзья. Пока, друзья.